Важно прийти проголосовать для того, чтобы, во-первых, долг как гражданина, во-вторых, как бы прямая непосредственная обязанность. Если человек не идет голосовать, значит, он просто не зрел. Он не готов принимать на себя ответственность как гражданина. Очень жаль. Каждый голос важен, потому что многие думают, что они себя дома не голосуют, и поэтому за них голосуют другие. У нас люди в основном относятся к тому, что если я не сделаю, то кто-то за меня что-то должен делать. Если ты сам это свое мнение не выразишь, сам свою позицию не скажешь, то кто же за тебя сделает? Я считаю, что по-любому надо идти и голосовать. Очень важно участвовать в жизни нашего города родного. Мы же тут живем, мы его любим. Каждый человек, по сути, решает судьбу Харькова в той или иной степени. Нужно обязательно голосовать. А как? Потому что это наш... хочется, чтобы нормальный мэр был у нас в городе. Обязательно нужно идти голосовать, обязательно. Я думаю, что у нас только лучше станет после выборов. Потому что было до хорошо, и думаю, что после тоже будет еще лучше. Я оптимист. Выборы решают все, как говорится. От выбора местного главы зависит жизнь города. Его как жизнедеятельность, его благоустройство. Вот мы это замечаем, как бабушки, что очень красивый парк, очень ухоженный, очень много сделано для деток. Поэтому большое спасибо. От выборов городских властей зависит на самом деле очень много. Инфраструктура, развитие коммунального хозяйства и все остальное. Поэтому я желаю городу Харькову хорошего выбора. Надо голосовать за того, на кого ваш выбор попадет. Я за Терехова буду голосовать. Он достойный кандидат. Почему вы так скажете? Он для города много сделал. Он заслуживает этого. Это наш выбор, мы должны переживать за свою Якутию. За Харьков, за харьковчан, за тех, что живут в области, то, что мы тоже от этого зависим. Я думаю, что нужно ходить на выборы, потому что молодое поколение, мы хотим остаться в Украине, жить здесь. Возможно, наш голос там решит, и будет что-то лучшее. Построят, возможно, какие-то производства, чтобы мы не уезжали за границу, а жили здесь. Потому что здесь родители, здесь родные. И хочется оставаться в Украине, а не уезжать и зарабатывать, и думать, что ты хочешь быть дома, но тебе придется уехать на год, на два, потому что здесь нету работы. Для молодежи нету чем обеспечить свою семью. Закупить дом или квартиру, я вообще молчу. Конечно, должен прийти проголосовать, потому что это наш демократический выбор, нам он дается. Вот. И мы должны каждый свое волеизъявление проявить, за кого мы хотим проголосовать, чтобы это было правильно большинством населения. Но если мы этого не сделаем, кто тогда за нас все это решит? Я считаю, что мы все должны прийти на избирательные участки и выразить свою волю, какой бы она ни была. Это наш политический долг, социальный долг. Если мы хотим что-то изменить, мы будем это менять цивилизованным путем. Революции как бы уже достаточно. Мы, наверное, я вот не знаю, даже 31 число, да, это воскресенье. Да, я, наверное, приду обязательно. Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.